Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Будда. 16 век, неизвестный мастер. Дерево, золото. Высота 43. Культурная жизнь Кореи в эпоху династии Ли развивалась в условиях усиленной роли конфуцианства и ослабленного авторитета буддийской философии. В скульптуре начинают применяться методы резьбы по дереву и техники золочения. Вследствие этого образ Будды становится более пышным, праздничным, что отличается от аскетичных и сдержанных аналогичных изображений индийского искусства. Такие черты можно наблюдать и в представленном памятнике, где Будда показан сидящим в позе йогина на лотосовом троне, а за спиной у него пылает пламя, олицетворяющее триумф духа и света над силами тьмы и разрушения. Правая рука божества согнута в локте и поднята в положении витаркахаста, когда средний и большой палец соприкасаются. Этот жест символизирует увещевание или предостережение. Миниатюрность и некоторая наивность облика Будды в сочетании с дисгармоничностью пропорций говорят об активном влиянии народного искусства, где жизнерадостность и любовь к тщательной детализации и орнаментике признаются основными составляющими. Ну вот такое описание я нашел к работе Будда, 16 век, дерево золото, высота 43, неизвестного мастера. Данные из интернета и книги «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.